Какой? Чистый. Чистый? Ага. Пошли посмотрим. Че, он спортивный какой-то, что ли? Да. Дрифтовый? Да. Дрифтовый и кайфовый? Ага, ну и зачем он здесь стоит? Субару БРЗ? Да. Не знаю, тебя, наверное, ждет подрифтить. Нет, здесь еще в городе нельзя дрифтить. Нельзя в городе дрифтить? А где можно? На площадке дрифтовой. На дрифтовой площадке? Ну да. Ну так-то он неплохой, да, такой? Хорошенький. Хорошенький? Мамы. А? Мамы. 4, 2. Ну да. Прикольный. Ага. Ну да. Слушай, ну добрый дядька попался, да, на Субару показал тебе? Ага. Да? Да. Прикольно. Завелся. Он говорит, зимой, говорит, неудобно на ней ездить. А сейчас купит на зиму какую-то другую машину. Потом будет ее доделывать. И когда доделает, говорит, следующим летом ориентировочно будет гонять уже на ней. На треке. Тебе нравятся такие? Да. Да? Посмотрим, как он будет ездить. Ну, давай посмотрим, попробуем. Вроде завелся уже. Ага. Вон он, да, возле бахи? Ага. Он даже нельзя. Что, сама стоит? Нет, вон, смотри. Как, даст сейчас газу, наверное. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Вот так. Да? Ну что, да он уже будет, не знаю, но я газ. Там Варька уже ушла. Может, пойдем догоним их? Он долго, наверное, еще греть будет машину. Вот они же зима. Ну да. Че, пойдем? Пойдем посмотрим. Ну да. Вижу, вижу. Привет, привет. Ну не знаю, сейчас посмотрим, что за парк. Ну и чё, так веселее после садика? Да. Да? Ну да. Так, ну здесь побывали, чё, пошли дальше? Красота. Тепло. Ну да. Температура буквально минус 8, минус 10. Парк вообще отлично. Давай, давай. Серега. Ну, давай, давай. В общем, классное, красивое место. Надо будет полностью тут погулять днем. Посмотреть все. Не, ну конечно, красноярцы молодцы. Чисто, красиво. Все благородно. Прикольно. Чисто и культурно. Серега должен был чай налить сразу. Серый, чай налил? Чай налил? Да. Че, ешь уже сидишь? Это не
ништяк.